Здравствуйте, я Александра Печенкина, представляю Объединенную коммунистическую партию. Наша организация считает повышение пенсионного возраста очередным ограблением нашего народа. Все мы понимаем, что в результате повышения пенсионного возраста большинство народа окажется за чертой бедности. Большинство стариков, которым сейчас обещают повысить пенсии, окажутся у разбитого корыта. Объединенная коммунистическая партия образовалась в 2014 году. Основные наши цели – это творческий марксизм, это выступление против всех форм эксплуатации человека человеком, это отделение церкви от государства. Основные перспективы – это объединение всех здоровых сил вокруг проблемы, которая рано или поздно коснется каждого из нас. Все мы будем работать над тем, чтобы люди поняли, на что их толкают, и, наконец, сказали свое громкое «нет» нашему государству. 16 числа планируется проведение митинга против повышения пенсионного возраста. Приглашаем всех, кого касается, кого волнует эта тема, прийти на митинг, выразить свое мнение. Спасибо.